Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня объединение двух рубрик. Я буду играть в Faceit, добиваться 3000 элла и заодно собирать свою команду. Я сыграю большое количество каток и соберу определенную команду. И, возможно, с этими типами я буду снимать всю эту рубрику подряд. То есть мне нужно собрать нужное пати, потому что играть в соло — это рандомище. И потеря очень большого количества нервных клеток. Молик Фонтан! Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы это еще не делали ранее. Это очень-очень будет приятно для рекомендации Ютуба. Так, ну а сейчас у нас первая катка. Я, понятное дело, начал ее в соло, в премке. Главное, чтобы все началось с победы. Напоминаю, у меня сейчас 2002 элла. Это очень печально. Блин, я попал в голову. Убивай его. Че вы стоите 20 секунд? Не, не могу, пацаны, я вас всех замучил, буду на себя играть. Вы просто боитесь меня. Нормально, нормально, тиммейт хорошо общается. Третий раунд. Мы в муте. Я понял. Он просто плюс свой будет бегать. Шорт он. О, oh, two kitchen. Блин, connect. Джангл стоит. Каким образом? Его просто так. Гол хп, он в голову попал, по-моему. 4 б. Минус 30. Бронище справа. 90. Да и... One more. Эй, he's planting, 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 planting. До конца, до конца. Nice. Нормально. Джекс, ты в муте? Нет. А зачем был в муте вначале? Да, я подобрел. Бегство, блядь, ну что ты здесь? Блин, здесь я не хочу никого брать в пати, потому что Джекс как-то на третьем раунде нас всех замутил. Брать его на катку я боюсь. А следующая катка с надеждой найти своего тиммейта. Приступаем. Блин. Давайте выигрывать. Найс. Хорошо, пока у нас играет Сусужи. Ай-яй-яй, блин, я... Да-да-да, я очень зря открылся. Давайте под Б быстренько сыграем. Эппер, эппер. Здесь, спрятался. Ребята классные, играют неплохо. Хотите, мы можем вместе пойти. Давай, давай. Все, у нас уже есть команда из трех. Спасибо за игру. Шок удачно развелась свой проект. Спасибо, бро. Очень приятно. Красавчики. Красавчики, спасибо большое всем, кто говорит такие слова. Это очень сильно мотивирует. И понимаешь, для чего ты это все делаешь. Для кого ты это все делаешь? Очередная каточка. Тебе у меня есть команда. Это Сюзюзя Зюзя и Синобзи. 2500, 2100. Давайте пробовать. Карта Ancient. Наконец-то не мираж. Хорош. Так, так. Low HP, middle. Найс. Сити. Вау. Ладно. Черт, вообще не слышу. Найс.
And last half HP. Хорош. Хорош, дюд. Найс, найс. Слева close. Еще идем? Да, идем. Блин, я в минус играл, ё-моё. Но с командой, кстати, мне повезло. 2-0, 1-57. Очередная каточка. Мы играем с моей новой командой. Карта Мираж, и самое интересное, что здесь есть в этой катке, это Airscape. Потому что я против него вроде никогда еще не играл. 4500 элла с 29 АВГ. Это очень дико. И тем более Мираж. Скорее всего, он тут отыграется очень хорошо. Хорош. Хорош. Last Palace. Коннектор сейчас будет. Не скажу. Звук. Хорош, что йога? Last Palace. Это шорт, шорт, шорт. Хорош. Ой-ой-ой. Да. А если бы проиграл бы, ты бы... Мы тебя бы не простили, бро. Найс, депайте, депайте. Хорош! Что за гениальные ходы? Очень, очень неплохо, бразер. Ай-яй-яй, ребятки! Стоишь с ласт. Найс. Джим. Найс. Спасибо за игру, мужики. Давайте. Это было неплохо. А спонсор этого ролика — сайт по открытию кейсов Digidrop. И совсем недавно они стали уже не только сайтом, но и приложением на андроиде. Прямо сейчас вы можете скачать с Play Market приложение Digidrop и открывать кейсы с любого места, где вы находитесь. А самое главное, в этом приложении специальные акции, бонусы и промокоды, которых нет на сайте. Ну а также сейчас на сайте активен Wild Event, где за каждый депозит вашего рубля вы получаете поинты. Собираете эти поинты, покупаете пули и стреляете в мишени. А в этих мишенях запрограммированы какие-то интересные дропы. Это все кэшбэк, и тратиться на это не нужно. Это все идет бонусом. Ссылка на сайт и приложение есть в закрепленном комментарии этого ролика. Очередная каточка, опять же со своей командой. У нас хорошие тиммейты по статистике: 1.17, 1.25 кд. Играем против... получается 2200. Мираж. Сори, сори за мираж, пожалуйста. Скинь пачку, Эрик. Хорош. Найс. Это легко, брат. Хорош. Nice. Молодцы, ребятки. Стерс. Это стерс. Стерс лоу. Бэкхайд. Стерс. Ласт лоу. Успеваешь поставить с ножом, если бежишь. Хочешь такой баб? Он в доме. Жми желтый. Лучше! Как же жестко! Я окно. Отличная работа, команда! Давайте все напишем дружно. Иди потренись через 5 секунд. Туда! Какой позор! Какой позор! Этот сайт с... Лол. Обычно лаки шут. Коннектор ласт. Как же гениально. Убили. Хорош. Какая игра сейчас была. Так, у нас следующая игра — Инферно. Мы убрали Мираж из пика, потому что реально бесит уже эта карта. Чемпион. Молодец, сука. Nice. Надо выигрывать эту игру. За терф очень сложно. Ай, настрой, дрейми. Настрой.
Давай, слонка один лоб. Там же, там видел. Там же, там же. Так, очень да. Ой, ладно. Без проигрыша невозможно. Это было слишком много уже. Это было уже слишком много. Так, мы возвращаемся к Миражу. Видимо, у нас судьба играть только Мираж и выигрывать. Ребята позвали своих двух типов, и сейчас посмотрим, что получится из этого. Молодцы, ребят. Найс, найс, хорош. Дефайте, дефайте, ребят. Они меня зачем? Порвала одного. Найс. Лаз за плантом. С пачкой. Ты видел? Ой, жестко. Боже, а я второй килл съел, оказывается. Яму вышел. Моба мид, моба мид. Хорош. Найс. Ракеты и тачка. Тачка, тачка. А, вот. Тачка. Кстати. Один. Лохать. За фаером. Хорош. Шорт. Шорт будет, скорее всего, у вас с Савиком. Убил его. Хорош. Я пикаю. Не дефает. Он пошел сейвить, отойди. Хорош. Сейвить АВП кто? Кичине. КТ. Жанкл. Сломал. И лезет. Хорош. ГГ, ребятки. Найс, найс. Я все. В смысле все? Нет, спать пора. Очередная каточка. Эншен, как же я рад, что это не Мираж и не Тест 2. Кстати, Тест 2 я бы поиграл бы. Но в любом случае мы проигрываем на картах. Кроме Мирашки. Радуется или нет? Хороший вопрос. Да ну то парень нет. Хэвен, Хэвен. Двое Хэвен вроде. Два почему. Под донат. Ой, флэш, два. Бьют тебя. Я не успел поставить. Мейн. КТ убил. НТ-шка. Понимаю, со всех сторон убивают. Okay. Может фаст Б пойдем? Лэнд, да. Фиг и пэн. Кей минус 90. Лаки. Ой, анлаки. Хэвен. Больше. Хорошо. Давай до. Хэвен убил. Давай до конца. Дефузит. Теперь дефузит. Нет. Найс. Молодец. Хорош. Жестко. Хорош, Владик. Иду по... Темная. Попадаю. Я иду. Темную взял, темную взял, темную взял. Выше, вторая. Темную убил. Найс, ребята. Что? Они все втроем были в одной позиции? Давай, Степ, ладно, я в тебя поверю. Он за боксом. Господи, что за... Убил. Убил за боксом. Лара ворвал и КТ ворвал. Да. Донат аккуратно зайдет, наверное. Найс. О, много донат. Да, пойдем здесь. Молодцы. Найс. Хорош, ребят. Так, не выживем, не хай. Хорош. Там же. Ля... Найс, найс, молодцы. Откинешь калаш. Убил одного. Три. Подожди. Найс. Есть справа. Да, выход, забей. Мне кажется, это... Я забрал мид. Там же. Допёр ты, да. Хорош. Убил одного. Хорош. Найс, жестко. Там же. Найс. Найс, хорош, Миш. Найс, дым. Мейн убили, лас, скорее всего, донат. А, он КТ, он КТ. Найс. Найс. Калаш под тобой, шок. Да. Халдим. Выпал. Найс! Дефать, дефать. Unlucky. Да! Хорош! Что ты сделал? Unlucky, блять. Рот закрой. Ашер. Миша! Я не уверен, где он. Да. Гап. Гап. Гапа, окей. Двое с бомбой. И один на пустяне. Я стреляй отсюда. Ну, да, жесткая игра была, очень жесткая. Хорошо, дали. Если бы я убивал плент, сука. Этим роликом я доказал, что можно собрать команду из ничего. Просто общаешься, играешь, тебе кто-то нравится, предлагаешь играть, все. И жаловаться, то, что ты играешь в соло, у тебя плохая команда, нет смысла. Да, понятное дело, у меня было преимущество, что меня они узнали. Но это не проблема. Просто общайтесь,
будьте дружелюбными и ищите тех людей, которые играют гораздо лучше, чем вы. Только так вы будете развиваться, а играть в соло, ну правда, это плохая идея. Сегодня мы подняли 91 элла, и я думаю, что в следующем выпуске мы сможем побороться на больший показатель. Чтобы это не пропустить, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а я пошел тренироваться и играть лучше. Пока.